Всем привет на канале Олл Дачман. Сегодня мы с вами вновь вернемся к теме украинских беженцев и высказываниям немецких политиков в их отношении. На встрече со своими избирателями в городе Тетлов в Бранденбург канцлер Германии Шольц высказал следующие свои опасения, по поводу, ну не опасения, а беспокойство по поводу того, что из почти полутора миллионов украинских беженцев, приехавших сюда после начала войны, в течение последнего года или двух лет, работают всего-навсего около 200 тысяч. Другие же люди не хотят работать, ссылаясь на очень плохие знания немецкого языка, на плохую интеграционную программу в Германии, на боязнь того, что их будут считать людьми второго сорта, но, по словам канцлера Шольца, он требует вот уже сколько месяцев от многих структур в Германии более усиленной интеграции украинских беженцев в жизнь страны. Что подразумевается под этими словами? Оказывается, канцлер Шольц, если вы вспомните, еще весной этого года говорил, что все украинские беженцы, приехавшие в Германию после начала войны между Россией и Украиной, получившие не просто статус беженца, но и работу, находятся де-факто под защитой самого канцлера Германии Олафа Шольца. Все же остальные, не желающие интегрироваться в жизнь страны и не желающие работать, но имеющие виды на большее пособие, к сожалению, не могут рассчитывать на его доверие и на его защиту, если вдруг президент Украины Владимир Зеленский официально потребует от немецких властей выдачи Способно, физически способного мужского украинского населения для пополнения рядов вооруженных сил Украины. Это я вам говорил еще весной этого года. Сейчас я возвращаюсь к этой теме, потому что канцлер Шольц затрагивает эту тему, и многие немецкие политики, тот же самый политик Хубертус Хайль, министр труда. Также говорил о том, что ему неприятно об этом говорить в Бундестаге, в парламенте открыто, но он вынужден затрагивать эту тему, так как очень многие украинские работоспособные беженцы и беженки просто-напросто отказываются работать. И сейчас сентябрь и Министерство труда вместе с социальными структурами действительно начинает вводить в жизнь те свои законопроекты, о которых несколько месяцев назад они говорили. Что это за законопроекты? Ну, допустим, вот один из них ⁇ лишение э, отказников идти на работу 30% пособия. Если же украинские беженцы откажутся во второй раз, то им могут срезать это пособие полностью. Для тех, кто не желает работать и не хочет интегрироваться в жизнь страны, есть, скажем так, тюрингский вариант. Что это такое? В Тюринге вот уже более полугода отправляют украинских беженцев обратно домой. Им просто перестали платить пособия, потому что они не хотят работать, они получают пособия, они по несколько раз заваливают экзамены по немецкому языку, говоря, что немецкий язык это очень сложный, и они не могут его понять, не могут его выучить. Многих из них действительно отправляют. Тем более отправляют тех, кто курсирует как челночник на автобусах этих фликсбус между Германией через Польшу и Украиной. То есть люди, поздававшие там свои квартиры, приезжают сюда, получают здесь пособие, получают статус беженца и имеют с двух сторон достаток. Вот мы и подходим к тому моменту, когда э, на вопрос: а откуда же у украинских беженцев деньги для того, чтобы лежать полуголым пузом кверху на пляжах Европы. Вот вам и ответ: Сдавая квартиры там, у себя на родине, они получают пособие здесь и живут на что-то одно, складывая другое в кубышку, для того, чтобы потом обмануть еще одно государство. Кто-то мне написал в комментарии, вы все лжете, вы все говорите неправду, абсолютно все украинцы... Внимание! Это был комментарий на самом деле. Все украинские беженцы, приехавшие в Германию, открыли свой бизнес и купили, построили себе дома и живут намного лучше немцев. Я не стал вообще отвечать на комментарии этого глупого человека, потому что он, скорее всего, рассчитывал на то, что мы клюнем вот эту наживку. Но, увы, развею вот этот вот миф о том, что абсолютно все украинские беженцы, да даже ни единого процента украинских беженцев здесь не имеет собственных домов. Потому что, чтобы купить или построить дом в Германии, во-первых, построить дом в Германии, нужно быть гражданином Германии. Все, точка, приехали. Чтобы купить дом в Германии, нужно быть хотя бы, хотя бы миллионером имеющим работу как минимум с пятилетним стажем на территории Германии, или быть международным бизнесменом, у которого есть свои крупные компании, у которого хороший капитал, и с этого капитала человек может позволить себе купить дом. А все то, что кто-то пишет, что все украинские беженцы купили тебе здесь в Германии дома или построили, и открыли свой собственный бизнес, это все вранье чистой воды. И я еще раз повторяю, я не путинский э, Кремлебот, как там многие украинские э, почитатели говорят, или я не проплачен ФСБ, нет, я говорю открыто о том безобразии, которое происходит вокруг нас. И когда кто-то, не имеющий вообще никакого понятия о том, что происходит вокруг нас, со своей колокольни пытается нам втереть какие-то свои глупые бредни. Но вернемся к канцлеру Шольцу. Если канцлер Шольц после своих договоренностей и, скажем так, разговоров тет-а-тет -а -тет с президентом Зеленским, во Франкфурте на Майне, это было несколько, пару недель назад, договорился действительно о высылке украинских беженцев, физически способных и здоровых, обратно на Украину, то в скором будущем новые, в первую очередь, новые федеральные земли Германии займутся выдворением вот этих вот граждан, не желающих интегрироваться в жизнь страны. Это в первую очередь. В Баварии здесь несколько иные законы, здесь несколько иные порядки. Все люди, которые приехали сюда, если они, допустим, получают письма из Арбайзамта или Социаламта, они никак не реагируют на эти письма в течение месяца, им на следующий месяц сразу без предупреждения срезают все пособие. Такие случаи уже здесь не единичны. И когда люди вспоминают о том, что елки-палки, нужно же все-таки пойти отметиться. И вот тут уже с ними вот этот арбайзант разговаривает совершенно иначе. Он им говорит, увы, раз вы не ответили на наши письма, не ответили на наши предложения, значит у вас есть источник дохода, с которого вы можете жить. Пожалуйста, оплачивайте квартиру сами. Если у вас есть работа, но у нас нет работы в таком случае, если у вас нет работы, вот вам предложение. Вы обязаны идти туда или туда и завербоваться. Вас примут с подачи социаламта или джоп-центр и тогда определят вам зарплату. Многие люди, которые здесь слышат это от э, арбайзанта или социаламта, складывают чемоданы и бегут дальше в Канаду, во Францию, куда угодно. Они просто бегут, потому что тут они уже понимают, что все лавочка закрылась. Один гражданин мне написал по поводу вот этих украинских беженцев следующее, что мол, типа э, какого фига мы э, лезем в эту страну в, э, в украинские политические распри с другими странами мол, когда мы сами обязаны этим украинцам, потому что с подачи Германии на Украине произошел майдан, произошла война, начавшаяся в 2014 году, мы просто обязаны каждому украинцу выплатить как минимум по миллиону долларов, чтобы кое хоть как-то, э скажем так, загладить свою вину перед Украиной. Я этому человеку написал, так с какой радости мы должны платить украинцам по миллиону долларов? Покажи примеры вашей Канадой, когда вы заплатите украинцам, когда и мы начнем платить такие же деньги. Что этот человек мне далее написал? Он мне сказал следующее: а при чем тут мы? У нас в Канаде очень много украинцев, и мы ничего не можем сделать, потому что мы колония Соединенных Штатов. Я ему просто-напросто ответил уже в конце, ну раз вы колония Соединенных Штатов, тогда не развивайте рот на свободную Европу и предоставьте ей возможность самой решать, как, сколько и кому выплачивать пособия или репарационных денег. А вот когда вы станете независимым государством, таким же как Германия или, допустим, Польша или Венгрия, тогда и будете открывать рот, сколько мы должны платить украинским беженцам. Человек обиделся и, наверное, сам меня отправил в бан. А может, сам отправился в бан. Ну, не знаю. Но факт остается фактом. Те люди, которые не хотят работать, не хотят интегрироваться в жизнь Германии, здесь, в этой стране, по словам канцлера Шольца, если смотреть на этот именно вот под текстом, как говорили раньше, читай между строк, они просто-напросто теряют... Половину юридической защиты от государства, в котором они находятся в качестве политических беженцев. Вот такие вот дела. И что самое интересное, когда я говорю, допустим, о украинских беженцах, допустим, отдыхающих на пляжах, кто-то мне сказал, а кто ты, кто ты, мол, такой, сиди в своей рашке. Еще раз, для тех, кто считает, что я сижу в рашке, я сижу не в Рашке, я сижу в Баварии. И не сижу, а живу. А вражки сидите вы. Это одно. Второе. Никто не имеет... Я в одном из своих видео, где говорил о полуголых украинских беженцах, которые лежат пузом кверху на пляжах Европы, я уже сказал, никто не запрещает ездить отдыхать на моря. Пожалуйста, отдыхай. Но наглость в высшей степени украинских беженцев состоит в том, что они на пособие, получаемое в Германии, ездят по несколько недель на Средиземное море, на Адриатику, на Канары, отдыхают там, веселятся, пьют до усрачки, извините меня за такую прямоту, ходят косые по пляжам, по городам, по променадам на пособие и выкладывают это в интернет, чтобы все видели, как украинские беженцы сделали Европу. Это, кстати, те люди, которые бежали от войны. Но у меня теперь вопрос именно к ним. Ребятушки, тетушки, дядюшки, молодые, средневозрастные и так далее. Вы же что считаете, что когда закончится война, у вас на родине вас примут там с распростертыми объятиями? Они вас там сотрут в пыль, в порошок. Вы там уже не нужны, вы просто-напросто предатели своей родины, которые бежали от войны. Приехав в Германию, вы начали кричать, что вы воюете там, чтобы русские войска не пришли в Германию. Прекратите нести эту чушь. Неужели вы не заметили, что во всех городах Германии как-то внезапно пропали все украинские флаги со всех? флагштоков, магазинов, автозаправок, балконов. Неужели вы этого не заметили? Это все из-за из вашего поведения, граждане, беженцы украинские, те, кто действительно воюет, они остались на родине, они воюют, и вот тем людям помогает немецкое правительство деньгами, вооружением, гуманитарной помощью. А вам дают пособие, так вы еще плюете в лицо этому государству, говоря, что вам этого пособия мало. Вам хочется кушать черную красную икру, а не вот эти вот бутерброды с баклажанной икрой, по виду напоминающие детскую неожиданность. Вы же сами виноваты. Так хотя бы вели бы себя здесь культурно в этой стране, не рыпаясь и не гавкая, что вы самые умные, самые хитрые. Вас там на родине уже фиг кто ждет. Поверьте, один раз предал, тебе уже никто не поверит. Вот такие вот дела. В общем, пауза почти по Станиславскому, драматическая такая вот получилась. Ну а как, как иначе? И мне в самом конце хотелось бы кое-что напомнить вернее, тут люди есть, которые утверждают, приходя на канал, впервые попав к нам на канал, утверждают, что, мол, типа, мы несем ложь, мы несем клевету, мы разжигаем межнациональную рознь. Это было с одним из последних видео, когда одна женщина, посмотрев видеовыпуск о том, как один беженец с ножом напал на людей, его застрелили полицейские. Она сказала, что отписывается от этого канала, потому что здесь разжигается межнациональная рознь. Потом точно такое же высказывание было от другой женщины после видеовыпуска, в котором я рассказывал об этом сербобоснице с австрийским гражданством. Который пытался расстрелять людей в еврейском пос... в посольстве Израиля в Мюнхене. Точно такие же слова. И у нас на канале разжигается межнациональная рознь. К таким людям я хотел бы обратиться с одним маленьким вопросом. То есть, вы считаете, что если преступление против Израиля или против евреев вообще это, это нормально, да? То есть вы считаете, что это не разжигание межнациональной розни или э, расовая дискриминация. То есть вы считаете, что если какой-то вот тут ушлепок 18-летний, приехавший из Австрии, пытался убить израильтян, это было, это было бы в порядке вещей? Это не межнациональная розни. И если я затронул у себя на канале вот эту тему и сказал, что вот этого урода расстреляли, потому что он был сам в этом виноват, где же тут межнациональная рознь? Вы, дамочки, которые... В основном вот это вот такие высказывания пишут люди старше 60 лет. Не знаю почему. Не знаю почему. Может быть их в школе еще в Советском Союзе усиленно вот так вот питали вот этой антиеврейской агитацией. Я помню даже вот по себе у нас в школе ребят, которые действительно девочки и мальчики, которые имели еврейские корни, к ним уже даже учителя относились отвратительно, потому что они евреи. Так это, наверное, вот такие вот приходят к нам на канал и кричат, что оставьте, пусть делают, что хотят. Да нет, мы не оставим. Пусть весь мир знает, что не каждый поддерживает именно вашу точку зрения именно ваш взгляд на то, как тот же самый Хамас, Хезбалла или какие-то радикальные исламисты пытаются нападать на Израиль, пытаются нападать на евреев. Нам это не безразлично. Да, вот мы выбрали такую позицию. Можете плевать в экран смартфона, плевать в экран телевизора или компьютера, с чего вы там смотрите эти видео. Но это наша позиция. И Увы, вам нас с этой позицией не столкнуть такими глупыми высказываниями, что мол, если мы обсуждаем какого-то исламского террориста, попытавшегося убить немцев или евреев, значит мы разжигаем межнациональную рознь. Таким дамам или мужчинам я хотел бы сказать, дядечки, тетечки, вы заработали свою пенсию. Ходите каждое утро в кафе, пейте кофе, кушайте пирожные и обсуждайте обстановку вокруг вас, вокруг вашего столика. Но если вы безграмотные в политике, видите, я уже пытаюсь, я уже учусь нормально разговаривать, я уже стараюсь не, вы, не выбрасывать такие едкие словечки, это, это, блин, это прорыв, это позитив, да. Если вы безграмотные в вопросах глобальной политики, то лучше бы даже не сувались на этот канал. Вот такая вот печальная нота у нас в конце этого видеовыпуска. Конечно же, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, поставить лайк, свой комментарий, поделиться видео с друзьями. И не забывайте о том, что я вам всегда говорю. Будьте здоровы! Всем удачи! Пока!